Да, и вот это преимущество в этом ощущается сейчас именно во втором периоде. Какой проход! Федотов клюшкой задевает шайбу и все равно получает бросок по своим воротам. Игра остановлена. Стычка Соркина с Лайпсиком. Приехал Провальев. Там чуть ли не все подсуетились. Дойдет ли до большой серьезной драки? Судя по всему, нет. Ну а мы следим за проходом Филиппа Майе. Классный момент. Ну вот как здесь Федотов удержал шайбу? Наверное, все же сбоку попал Майе куда-то туда под штангу, ворот. Ну и Федотов все же сумел своими щитками эту шайбу зафиксировать.